Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у меня необычный ролик. Не хотел записывать ролик, конечно, но приходится. Недавно, на месяц уже назад, я доказывал рекламу данного гражданина не только у него, там еще пару ютуберов, ну, сейчас ролик суть про него. Заказал у него рекламу, получается, написал ему 8 июня, то есть приветствую, хотел бы заказать вас рекламу и так далее. Он мне написал мне ценник 800 рублей, я ему пишу оплату, да, все, он скидывает меня, вот я ему чек скидываю, то, что я ему оплатил. Название канала, ссылку кидаю. Он окей. 10 числа он должен был мне сделать рекламу, получается. Я ему пишу 10-го. Это было обновление 10-го на Nexty, такое типа глобального обновления. И он должен был мне сделать рекламу. Я ему пишу, где реклама? Он пишет, я забыл, тогда завтра ролик будет по Nexty, он мне сделает следующий ролик. Думаю, ну ладно, с кем не бывает, тоже забыл, хорошо. Проходит, получается, день, когда он должен был сделать мне рекламу. Я ему пишу, опять забыл рекламу. Он игнорит меня. Проходит 2 дня. Я ему пишу уже номер карты своей, типа, верни деньги, спасибо за ответственность. Он пишет, что реклама будет понедельник. Я ему перед понедельником пишу, ты не забыл, привет, нет, совсем скоро будет. Окей, СПС пишу ему. 22 июня, это получается понедельник, правильно? Сейчас даже проверим сами по календарику. Вторник даже уже, 22 июня. То есть понедельник она не вышла, я ему вторник написал. Пишу и, в ответ тишина, но прочитано сообщение. Я потом перекидываю свое же сообщение, то, что он мне скинул обратные деньги. Он мне пишет, реклама уже сделана, ролик завтра, послезавтра выходит. Ну, я думаю, выходит, так выходит, хорошо, жду. Сегодня уже 27-е, получается. Точнее, когда я ему написал 27 число. Ну, так, короче, рекламы и не дождался. Человек просто игнорит и кормит завтраками, грубо говоря. К чему вообще этот ролик я веду? То, что... Вот он, ваша даже его страничка, получается, заходим. Кайман. Переходим в группу. Это на группа его. YouTube его. Все, вот он. То есть, что я хотел вообще вам донести, то, что есть такие вот ютуберы, даже с таким подписчиком, людей-подписчиков, кидают такие суммы денег. Не знаю, каким это нужно быть человеком или не человеком, я уж не знаю. Но что хочу я донести, то есть я уже, у нас сегодня 30-е, да, сегодня 30-е, 28-го я, точнее, ходил в полицейский участок и узнавал по данному поводу, что вообще я могу сделать. То в ответ мне пришло, это считается статья мошенничества, я забыл, как называется статья это, и можно завести на него уголовное дело, то есть все данные его есть, и так далее, короче, страничка ВК, имя, фамилия, ну, вы ну, суть поняли, да, то есть все данные они могут найти на него, фотография и так далее. Сказали, если он не выходит на связь в ближайшие дни, то подойти к ним и писать заявление, и будет заводить на него уголовное дело. Это раз. Второе, с этим заявлением я думаю писать, получается, в поддержку по поводу мошенничества, то есть о его канале. Думаю, поддержка на ютубе хорошая, и его канал сразу заблокируют. Не думаю, я уверен в этом, наверное. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментарии. Вообще, правильно, неправильно, я думаю. Правильно вообще делать мне так или нет? Ну и, Никита, к тебе же такой же вопрос. Оно того стоило? Скажи, пожалуйста, мне. Это всей херней заниматься ради 800 рублей. Ты можешь надурить меня. Ты можешь надурить там другого человека, но ты пойми, от закона не уйти. Закон есть закон, его обмануть никак нельзя. А ты закон нарушил. Так что, смотрите сами, пишем комментарии по данному поводу. Ну и ставим лайки, дизлайки, подписываемся на каналчик. Всем спасибо за просмотр. Ну будем думать дальше и смотреть, что выйдет из этого всего.